Привет, меня зовут Юлия Золкина, и это мой телефон Galaxy Note, первая модель. Он мне нравится именно потому, что он большой, потому что у меня большие пальцы, и я довольно плохо вижу. Достался он мне очень интересно, мне его подарили в Твиттере. То есть у меня достаточно успешный микроблог в Твиттере, и однажды я потеряла свой телефон, и очень долго хотела купить этот. И в итоге мои твиттер-поклонники, так называемые, просто взяли, скинулись и купили мне такой телефон, чтобы я всегда была на связи. Может быть, поэтому он мне так дорог. Он достаточно удобный, только единственное, что я очень редко пользуюсь стилусом в этом телефоне. Ну, то есть достаю я его по большому счету раз в месяц, и то, если, к примеру, очень холодно, мокро, скользко, или я совсем не попадаю в клавиши, что бывает достаточно редко. Вот. Что бы я хотела видеть во второй апгрейденной модели этого телефона, наверное, чтобы он стал чуть более, может быть, защищенным, потому что такой большой экран, он автоматически очень сильно уязвимым кажется. Вот. Во-вторых, как большое количество аксессуаров для него, потому что очень часто чего-нибудь не хватает для такого телефона. Ну, то есть, например, я бы хотела видеть какую-то специальную гарнитуру к этому телефону, потому что очень удобно, не держа в руках такой большой телефон, ехать на велосипеде и одновременно разговаривать по нему. Вот. А в целом я очень довольна, я довольна дисплеем, я довольна всеми возможностями работы в интернете, которые он мне дает. Я с удовольствием редактирую на нем сайты и так далее. Поэтому я люблю свой телефон. С тех пор, как у меня появился Galaxy Note, я перестала брать с собой в поездки ноутбук. Я экспериментировала с ноутбуками, я экспериментировала с планшетами, но в итоге остановилась на Galaxy Note, потому что я, как девушка, очень не люблю с собой брать большие и тяжелые сумки. Вот, поэтому я могу сказать, что мне он процентов на 80 заменяет ноутбук с тех пор, как я углубилась. Ну, то есть два были момента. Я углубилась в Google Почту и завела Galaxy Note. С этими двумя моментами я практически обхожусь без ноутбука в поездках.